Чем хочешь заняться? Покажи. Приступим же. Если ты забыл, время. Манифик. Ну, чего желаешь? Что же у тебя есть? Приступим. Huh.
убьет нас! Ничтожество! Славно! Чем могу помочь? Покажи. Приступим. Если ты заб... Я... Время — это роскошь. Эй! Что? Собьем эту полонь! Вперед! Покончим с этим! Заплатишь!
Данселес. Манифи. Чем хочешь заняться? Как дела? Что, пока все? Чем могу помочь? Что ты предлагаешь? Thank you.
Неплох. Чем хочешь? Покажи. Приступим же. Удачи, Эйвор. Джон Леджер, я обоюз. Меня не должны узнать. Накину капюшон. Я тебя прикончу! Мне сегодня... Манифик. Захочешь еще потрудиться? Я здесь. Вот это да. Я смотрю, кот все еще здесь. Он не уходит и занимает много места. А Деро с Энной еще потешаются, как эта зверюга ко мне привязалась. В рядах повстанцев прибыло, значит? Смешно. Если серьезно, их сила и уверенность растут с каждой победой. Они вдохновляются успехами. Убеждать новичков вступать в наши ряды все легче. Скоро здесь не хватит места для всех. Пока об этом думать рано. Надо сражаться. Ну, чего желаешь? Пора. Пока все. Чем могу помочь? Я вернусь попозже. Что ж, ты знаешь, где я? Thank you.
Эй, что ты делаешь? Поздно ты прилетел, Ворон. Эй, прекращай! Дракара на берегу. Они точно лебеди. Скорее, волки, что чуют страх жертвы. Да, это не набег. Что будет, когда мы прорвемся за стены? Ты же видел битвы, раны, смерть. Да, но ведь там в городе есть дети. Им некуда бежать. Когда ветер дует оттуда, я слышу их смех и игры. Не обязательно будет бойня. Может, мы убедим франков сдаться. Хотя я не знаю, как это сделать. Скажи это Сигфреду. Что сказать? Все видят нашу мощь. Возьмем их серебро, заключим договоры и отплывем домой. Так мы добудем богатство и славу. Парижских франков возглавляет граф Эд? Да, он защищает город и ищет знатных союзников. Я могу с ним поговорить. Хватит болтать. Высокий сказал, лучше живым быть, нежели мертвым. Живой наживает. Что, вспомнил речи все отца? Я сожгу Париж. С тобой или без тебя? Мало ты потерял тенов. Хочешь править пустошью? Ступай. Выпроси у Эда его серебро, коль сможешь. Смогу. Только где искать этого Эда? Может, ты найдешь его след близ Понта Массера? Но действуй скрытно. Это земля врагов. Имей в виду, Эйвор. Эд не хлипкая тростинка. На ветру не гнется. Я возьму три особняка в Париже. Что за жадность? Куда тебе три? Один мне, другой моему. Нужно быть осторожнее. То место, о котором говорила Тока. Нужно узнать, где сейчас Эд. Бонжуа, Сен-Дени! Умри! Не отступай! Мы справимся! Нужно узнать, где сейчас Эд.
одно послание Эду рассыплется в прах на его столе. Красные цветы. Если узнание нужно поместье с красными цветами. Дентестер Солнц! Осмотрись вокруг. Перед поместьем красные цветы. Должно быть, это и, пожалуй, здесь лучше скрыть лицо. Убей сына! Теперь мор прибрал ему! Да, орден! За что Бог меня терзает? За что? Остановись! Прошу прощения, госпожа. Я хочу видеть графа Эда. Понимаю. Но мой муж занят. Он вербует союзников. Парижу нужна помощь. Госпожа, я и сам желаю защитить Париж от этой нечестивой орды. Ясно. Ты из фризов, что дружны с нами и живут на диких окраинах королевства? Да, я провел в пути много дней. Сперва по берегу моря, затем по реке. Но где же твое верительное письмо с печатью? Без него я просто не могу пустить тебя внутрь. Нам, видишь ли, приходится опасаться убийц. А, свиток. Оставил в седельной сумке. Сейчас принесу. Чтобы войти, нужно верительное письмо. Может, взять у кого-то из гостей? Один из гостей обезумел. Он спрятался в винном погребе. Теперь быть не может. Знатный человек прячется, как трусливый конюх. Может, у этого знатного пьянчуги есть приглашение к Эду? Позволь. Помогите мне! О, барон Хлодвиг, сперва поднял жуткий переполох, а теперь... Не волнуйся. Я вынесу барона Хлодвига на свежий воздух. У него в кармане документ. Похоже, приглашение, которое нужно для встречи с Эдом. Я вернулся, на сей раз с верительным письмом, как полагается. Великолепно. Входи. И сердечно благодарим тебя за тщание и усердие. Нужно найти графа Эда. Нет, здесь мне не пройти. Эда, мы сбросим проклятых язычников назад в глубокое море. Возможно, мой господин, но норманы просто люди. Им нужны земля и добыча. Да, норманы бесстрашны, а король не спешит к нам на помощь. Но все вы поклялись перед лицом Господа защищать эти земли. Мы победим зло,
как побеждали всегда. Мне не заставить вас исполнить долг. Пусть вас ведут ваши сердца. Газлен, прошу, проводи гостей. Выйди и скажи, что хотел, Эйвор и Занна. Ты видел, как я вошел? Но откуда узнал мое имя? Кто же не слышал о прославленном воине с вороном? Думаешь, мы глупцы? Я не ждал такого приема. Горячее вино, по-нашему веншо. Его пьют с пряностями и фруктами. Моя слабость. На севере виноград не растет. Мы пьем мед. Мед. Эйвор, ты рисковал, явившись сюда. Храбро. Но зачем? У тебя есть земли в Англии. Я не собираюсь селиться во Франкии. Тогда сколько денег нужно, чтобы насытить тебя? 100 денье? 1000? А тех, кто придет потом? Много лет назад здесь побывал Рагнар с сыновьями. Мы откупились. Но они все равно сожгли Париж. Мне не нужны деньги. Я хочу, чтобы франки оставили в покое Англию. Там не ваша земля. А я хочу, чтобы вы, норманы, оставили в покое нас. Но любопытно, каковы твои условия? Во-первых, Карл оставляет Англию в покое. Во-вторых, заключает союз с Сигфридом. В-третьих, оставляет Тенам Сигфрида земли на севере. Руаном и Амьеном владел мой отец. Ты их у меня не отнимешь! Вашим войскам Париж не взять. И мира тебе не видать никогда. Ни здесь, ни в своей Англии. Мои люди тебя проводят. В следующий раз мы встретимся на поле брани. Прощай. Надо вернуться в лагерь и передать всем слова Эда. Как раз собирались выпить. Чего ты хочешь? Вина. И побольше. Путь был долгим. Его зовут героем Рейвенсдорфа. Говорят, он силен и в битве, и в споре. Но я не вижу добычи. Где серебро Эда? Все себе загробастал? Все вышло, как ты сказал. Он не тростинка. Не согнется, не отступится. Франки любят болтать. Но речи их просто ветер. Буря может сломать и такое крепкое дерево, как Эд. Карл станет бурей или хрустнет сам, как тростник? Итак, нам нужно сделать две вещи. Во-первых, занять удобное место для катапульт. Я этим займусь. Нам нужно место близ Парижа. Много ли там врагов? У франков хватает людей лишь на то, чтобы удерживать остров Сите. И все же, будь осторожен. Ладно, а вторая вещь? Нужно найти изъян в их укреплениях. Узнать, где лучше преодолеть стены. Либо на кораблях взять остров в кольцо. Мы должны понять, где их слабое место. Хорошо, но как?
Есть у меня задумка, но это опасно. Говори. В трущобах к югу от стен живет одна торговка-бретонка. У Токи с ней любовь. Пара жарких ночей еще не любовь, но она точно знает слабые места города. Я бы сама сходила, но мы с Нольвен... Они в ссоре. Та украла сперва побрякушку Токи, а потом и ее сердечко. Тока скучает по побрякушке. Я поговорю с этой Нольвен и узнаю о слабых местах в обороне франков. Клянусь. Хорошо. Тогда все. Нет, дядя, есть еще кое-что. Эд не хочет слушать, но что насчет Карла? Надо с ним поговорить еще раз. Опять эта болтовня. Быть может, этот толстяк захочет мира. Он пытался меня убить. Ему не нужен мир. Эти крепкие стены выпьют много нашей крови. Может, получим от него серебро, не потеряв здесь полклана. Ладно, только права. Карл еще может сдаться. Что ж, сестрина дочь, ступай. Говори с каждым королем и епископом в округе. Как наш болтун. Но скоро болтовня прекратится. Скоро зазвенят копья, а город вспыхнет. И тебе придется драться. Коль я дал слово, то держу его. Я стану сражаться за тебя. Будь уверен. Хватит! Друзья, дядя! У нас у всех одна цель. Я поищу Карла в Хитром Лисе, в таверне на северном берегу. Пьер сказал, он там бывает. Тока славный, Дэн. Однажды она поведет за собой войско, как и ты, Сигфред. Надеюсь. Но сейчас она со мной. Приходи к колокольне, Эйвор, когда будешь готов драться с франками, а не болтать с ними. Над чем ты смеешься, Дэн? Я слыхала, ты пахнешь вороньим пометом, но от тебя несет франкским пойлом. Нам нужно готовиться к осаде, но с чего лучше начать?